19.60 и будем делать их в Белоруссии. Правильно. Но покупка не случайная. Такие покупки случайно не было. Что вы приобрели? Кабинет наш. Какая скидка за мной? Прилично. Привет, я Руслан. Привет, я Андрій. Ми гурт Андерсон. Круто. Ви прийшли на ніч хижаків. Ви щось вже вполювали для себе? Зараз ще на полювання. Ми на полюванні, так. Вже пару жертв придивилися. Ціни дуже смачні і... Да, тут є на що подивитися. А якщо не секрет, що ви собі примітили? Фленджер зараз пощупаємо. Пощупаємо, мабуть, комбік один. Так, та одну голову. Привет. Можешь представиться для наших зрителей. Меня зовут Александр Яковлев. Поймали в эту ночь хищника? Да, я уже поймал, отловил, убил и съел. Да. Хорошо, очень интересно. Очень интересно тем, я не знаю, как с коммерческой там стороны, то есть я не торговец, плохо разбираюсь в этом деле, но как продвижение, как... Шаг к тому, чтобы людям стало доступнее то, о чем они мечтали, но это было для них там невозможно взять этот инструмент, то сейчас я считаю это вообще супер. Ну, нужно еще больше, я бы еще больше делать и скидки. Ну, это хорошая вещь, хорошая тема, очень хорошая, мне очень понравилось. То есть вообще само понятие, что ночью стоит в магазин очередь, это очень хорошо. По-моему, в минусе тут не будет никто. Приходите, Мусторг. В ночь хищников и как тигр.